Так, ну что, все, можем, да? Без экрана. Прекрасно. Итак, у вас, ребята, есть еще один шанс. Не упустите его, одну попытку. Выбирайте, кто пойдет объяснять и скрываться за ширмой. А мы переходим... Да ебать копать! Что это значит? Оля, простите! Я согласна на желтую карточку. Класс. Давайте договоримся, по какой команде мы начинаем тогда. Начинаем, внимание. Эту фразу обычно произносят некрофилы. Только действия меняются местами. Сначала копать. Начали.